Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный и аппетитный салат с крабовыми палочками. Рецепт простейший. Подготавливаем все необходимые продукты и приступаем. Берем твердый сыр и нарезаем мелким кубиком. Подготавливаем удобную чашу, в которой позже будет удобно перемешать все компоненты, и отправляем туда сыр. Далее крабовые палочки нарезаем мелко. Затем пересыпаем крабовые палочки в чашу к сыру. Отварные яйца нарезаем мелко. Пересыпаем яйца в общую чашу и далее приступаем к подготовке помидора. Нарезаем помидор мелко. Лучше всего брать томаты не переспелые, с минимальным количеством сока. Отправляем томаты в общую чашу. Сюда же пересыпаем кукурузу и чеснок. Вместо чеснока я использую чесночную заправку. Но если у вас ее нет, то можно обычный чеснок натереть на мелкой терке. Заправляем салат майонезом. И все, он готов для подачи. Салат получается очень нежным и вкусным. Обязательно попробуйте, вам понравится. Всем приятного аппетита! Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!